Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на штормовую винтовку компании Strain SR16 с 8-дюймовым цевьем. Давайте распакуем ее. Это страйкбольная версия короткоствольного карабина на базе M4A1 Knight Armament Company КАЦ под патрон 5,56 мм НАТО. Комплект поставки включает в себя сам привод и бункерный магазин на 300 шаров. Привод выполнен качественно, не имеет люфтов, цевьё, ДТКП. Нижний и верхний ресивер выполнен из алюминиевого сплава и имеет линзизированные маркировки КАЦ. А приклад Strike Industries Viper Mod 1, пистолетная ручка MacPull MOE и накладки на цевьё выполнены из пластика повышенной прочности. Сам привод имеет малую длину для игры на средних и малых дистанциях. Хорошо помещается в компактных оружейных чехлах от 70 см. Вес привода 2475 грамм, его длина 67 см. SR-16 имеет вторую версию гирбокса. Длина стволика 210 мм. Для установки навесного оборудования привод имеет рис-планки, на которые можно установить все необходимое. У основания трубы приклада имеется двухсторонняя антабка. Также присутствует отверстие для быстросъемных антабок на цевье и на прикладе. Отсек под аккумулятор располагается в трубе приклада. Привод имеет разъем мини-томия. Рекомендуемые аккумуляторы – литий-полимерные и литий-ионные. Переводчик режимов огня имеет три положения – режим предохранителя, режим одиночного огня и режим автоматического огня. За окном гильзоотвода находится регулировка камеры COP-UP роторного типа. Отводим рукоятку заряжания, привод встает на запорную задержку и крутим колесико, регулируем степень подкрутки шара. А теперь давайте перейдем к рону. Средняя скорость составляет 125,3 метра в секунду. Скорострельность его 14,4 шариков в секунду. Прицельная дальность составляет 40-45 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Нажимайте колокольчик. Всем пока!